пожалуйста. Так, куда надо пройти? Смотрим на табло. Почетным первым посетителем нового многофункционального центра «Мои документы» в поселке Лопатино стал глава Ленинского городского округа Алексей Спасский. Сегодня он запросил выписку о своем трудовом стаже. А трудовой стаж сотрудников учреждения на этом месте только начинается. Наш офис будет предоставлять порядка 400 услуг. Он абсолютно равнозначный по главному офису, то есть все те же самые услуги. Основное – это пенсионный фонд, услуги социальной защиты, услуги Росреестра – это сделки с недвижимостью, услуги МВД паспортного стола. Микрорайон, где было решено открыть дополнительный офис, быстро растет. Сдается много домов, население увеличивается. Последнее время здесь остро ощущалась нехватка многофункционального центра. Сегодняшнее открытие сильно разгрузит центральное МФЦ в городе Видное и распределит потоки населения. Концепция была разработана такая, что разгрузить центральный офис в Видном, который сейчас испытывает колоссальную нагрузку, можно не только улучшением условий центрального офиса, но и созданием дополнительных офисов в поселениях городского округа для того, чтобы жители не ехали в центральный офис, а получали это рядом с домом. Новый офис «Мои документы» расположился на втором этаже большого торгового центра «Аструм». Работает он, как и все МФЦ, с 8 утра до 8 вечера без выходных. В центре предусмотрено 10 окон для обслуживания посетителей и 3 рабочих места для обработки электронных заявок. На благо жителей округа здесь будут трудиться порядка 40 сотрудников. Я хочу с этим событием поздравить и жителей, и сотрудников. В это непростое время пожелать им, конечно, терпения и здоровья. Всем нам большое спасибо им за их труд. Как отметил глава Ленинского городского округа Алексей Спасский, новый офис просторный и светлый. Получателям услуг здесь определенно будет комфортно. Но на этом администрация муниципалитета не останавливается. В планах открытия еще одного центра «Мои документы». На 22 год у нас запланированы в бюджете денежные средства для открытия полноценного большого офиса, не меньше этого, в локации на Володарском шоссе. Это, скорее всего, это пригород Лесной, 99% это будет пригород Лесной. Этот МФЦ оснащен всем необходимым для работы оборудованием. Здесь даже предусмотрена зона для получения фотоуслуг. Под впечатлением остался и директор Московского областного многофункционального центра. Естественно, коллеги перед открытием все с нами согласовывали. И все проекты, которые у них были. И вот я должен отметить, что коллеги установили камеры в каждом окошке, чтобы записывать именно общение заявителя с оператором. И при возможных каких-то конфликтах можно было разобрать ситуацию. Так как микрорайон, где сегодня открылся новый центр, молодой, сотрудники офиса уже предполагают, что самыми востребованными услугами здесь станут получение пособий, социальной защиты и паспортного стола. Юлия Погосян, Кирилл Иванов, Люга Садовская, Видное ТВ.